Знаете, братья и сестры, дорогие друзья, как я начал идти за Богом, я реально заметил, как вокруг люди, вот эти, которые не служат Богу, Иисусу Христу Спасителю, идут против Бога, против меня. Я вижу, как они кидают палки в колеса. Это те люди, которые не хотят жить с Богом, не хотят служить Богу и не хотят быть с Богом. Это те люди мешают идти детям Божьим, мешают, обзывают их сектантами, куда тебя понесло, ты неправильно Библию понял. Но Бог хочет, чтобы мы до конца и во всем доверили Ему, нашему Отцу Небесному. В Библии стоит, что наша война не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной, против всех тех духов, которые сейчас в этом мире. И также в Библии стоит, что мы от Бога, но в этом мире дьявол. И также в Библии стоит, что Бог избрал нас от этого мира, да, и что мы Его народ. Также в Библии стоит, что Бог создал нас для славы своей. Держитесь за Иисуса Христа до конца, братья и сестры. Все, люблю вас всех. Идем за Иисусом дальше. Аминь.